Всем привет! Меня зовут Комаров Алексей, я шеф-бармен Сазурана, город Москва. В студенчестве мои друзья работали в баре, зарабатывали хорошие деньги. Я тоже учился в институте, и мне тоже нужны были деньги. Пришел на собеседование, пришлось немного наврать, что я работал уже год барменом. Каждый день, в общем, случался какой-то коллапс. То не сходилась касса, то еще что-то. Как-то менеджер меня позвал на склад, и она говорит: «Леш, подай мне такую-то бутылку». Она знала, что эта бутылка стояла передо мной, но я искал эту бутылку минут 10. Егермастер всегда был любимым напитком моим. А с 2016 года я начал плотно сотрудничать с этим брендом. И даже оказался на заводе Егермастер. Спустя год представитель Huberto Circle Тимо приехал в Москву смотреть коктейльные бары. Мы с ним познакомились, классно пообщались, я рассказал про концепцию своего заведения. Спустя некоторое время я оказался в команде крутых профессионалов Huberto Circle. Cat's Orange – отличное место в Берлине. Я туда попал где-то год или полтора назад. Там подали безумно вкусный коктейль на основе Егермастера. Для меня это было нонсенс, потому что Егермастер я всегда пил в чистом виде. Позже я приехал в Россию и пытался его воспроизвести, но не было тех самых алкогольных ингредиентов. Мне пришлось его немного изменить. Взял вино Sauvignon Blanc, добавил туда свежий имбирь, свежую мяту, настоял сутки в вакууме. Вот, получился душистый напиток с ярко выраженным мятно-имбирным вкусом. Я назвал этот коктейль в честь того самого прекрасного места Cat's Orange. Иногда я вижу гостей, которые попали с утра первый раз, и я вижу, как проходит их вечер, и я понимаю, что они вернутся, и они возвращаются. Забавно, но многие думают, что Сазуран – это и есть мой бар. На самом деле, это не так!